Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. И сейчас я нахожусь на стенде компании DSK, и представитель компании сейчас расскажет о своей продукции. Всем добрый день, меня зовут Роман, я тренер компании Донченко. Компания в России находится второй год. В данный момент мы имеем уже 63 сервисных центра и большее количество дилеров, которые продают наш инструмент по всей нашей большой необъятной стране. Что из интересного мы можем показать? Это гайковерт с квадратом 3/4, у которого можно в режиме в реального времени смотреть заявленный крутящий момент. Кстати, крутящий момент здесь составляет 1712 ньютонов на метр. Обратите внимание, что у нас есть быстрая зарядка по нашей технологии HPT и аккумулятор здесь на 40 вольт. Также есть антивибрационная защита DVR, которая включает в себя демпферную конструкцию в самом гайковерте и в его рукоятке. Весит он почти 4 килограмма. Это серьезный индустриальный инструмент. Такой же есть без LED-экрана на 1230 ньютонов на метр. Также можем рассмотреть наша новинка, бесщеточный импакт. В чем его особенность? В нем стоит внешний ротор, магниты находятся сверху, стартер утоплен двигатель, за счет чего у него компактный корпус. Весит он всего лишь 900 грамм, он достаточно легкий. У него есть три режима завинчивания и режим умное завинчивание, когда в первые 2 секунды его обороты составляют менее 50 оборотов в минуту. Обратите внимание. Тройная светодиодная подсветка со строчкой 10 секунд. Это наша новая линейка на 58 вольт. Можете обратить внимание, это батарея на 7,5 ампер. На данный момент у нас к нему есть только три инструмента. Это бесщеточная, беспроводная пила, воздуходувка, ее там как раз демонстрируют, и триммер, к которому можно подсоединить отдельно кусторез. Также скоро к нему появится к воздуходувке дополнительно ранец, который можно использовать на ремне. Кстати, говоря об аккумуляторных ячейках, мы используем только китайские производители. Они называются TenPower, известный, да, так как многие бренды ставят его в себя. И EVE, да. Все аккумуляторы у нас выполнены по химии INR с добавлением никеля и кобальта. Можем даже показать, и как работает наша быстрая зарядка. Аккумулятор емкостью 4 ампера, она заряжает за 42 минуты. В ней установлено активное охлаждение. Бесщеточный перфоратор DCK, комплектуется он, у него есть разные комплектации. Обратите внимание, 8-амперный аккумулятор и DVR, демпферная конструкция, находится сверху на рукоятке, воздушный демпфер здесь, что делает полностью рукоятку независимую от самого инструмента, и сцепление в креплении перфоратора. Пылесборник со встроенным HEPA-фильтром улавливает 99% частиц. Он, кстати, работает с отсрочкой, чтобы убрать всю пыль, которая образуется здесь. И телескопическая алюминиевая трубка со сверхдлинным ходом 130 мм. Также у нас есть угловые шлифмашины. Обратите внимание, что это бесщеточная угловая шлифмашина под 125-й диск мощностью на 1,2 кВт. В России она появится буквально через 2 месяца. Конечно же, у ней будет посадочный диаметр адаптирован под наш рынок, да, с диаметром 22,2 и резьбой шпинделя М14. Также она будет укомплектована быстросъемным кожухом и антивибрационной рукояткой. Весит она в районе 2 килограмм.